Девчатки, всем привет, всем добрый вечер. Я сегодня не была на даче, были сегодня мамуська моя и Сашонок. Привез зелень, смотрите уже какую крупно рос. Привез редисочку, прям исключительная редиска. И привез вот девчат. Клубничку. Клубника уже такая меленькая. Первую, конечно, мы сняли. Она более крупнее была. А может, снизу крупная. Но буду чистить, покажу вам. На варенье, девчатки. Мы уже наелись клубники. Вот. Девочки, меня спрашивали. Виктория, я бы купила у вас клубнику. Хоть пару баночек. Девчатки, мои дорогие. У нас и родители, и Санины, и мои. И мы, и дети, и подруга. В общем, мы всем, короче, всем раздаем свою клубнику. Вот хватает только на семью. Вот. Если бы, конечно, была лишняя клубничка, то я бы не продавала бы, я бы угостила. Вот. А так, девчат, только хватает вот нам. Вот. Но будем размножать. А в планах у нас размножать клубнику, потому что она более неприхотливая, и клубнику у нас любят все. Вот. И дети, и взрослые, и все, в общем. И клубничное варенье у нас идет на ура. Мы ее еще и замораживаем. Покажу, как я замораживаю клубнику. Но буду ей заниматься завтра, потому что сегодня уже все. Сегодня отработали. Сегодня, девчатки, этим заниматься я не буду. В общем, буду варить варенье. И, может быть, заморожу. Как я замораживаю клубнику, я вам покажу. Девчатки, пришел Санек. Отправила его за сахаром. Сахар у нас, ребятки, по 427. А в магазине 500 с копейками. А ты брал где? В Южном. А в этом, в нашем, по 500 с копейками. Ну, это такой придворовый магазин. Вот, взял, сколько, 6 килограмм, да, Саша? Ну, 6, там больше килограмма везде. И в одном почти 2 килограмма. Угу, подорожал сахар. Ну, как ягода, так и сахар дорожает. Ну, хоть и есть. И набрал мороженое, ребятки. Сейчас вот лето, жара опять пошла. Прям хочется мороженого. Хочу вам посоветовать, не знаю, берете вы, нет, вот такое крем-брюле и печенье. Очень вкусное. Вот новинка. Вот мы брали, Саня говорит, последнее, одно осталось. В общем, все вкусные. И шоколадный пломбир. И с этим, с ириской, со сгущенкой, со сливками. Хорошее мороженое. Это такое тоже со сливками, со сгущенкой. Сейчас скажу, почем. И цена разная еще. С таежной черникой. Уж Саньку очень понравилось. Там сплошная черника. Девчатки. Так. Ну, это надо. Холодильник. Даже Муська у нас это. Вот такое не ест, а вот это прям с печенькой еле оторвешь. Одна штучка, да? Обалдеть. Девчатки, взяли сом. Сомик на по 1700. Вот последний сом на 2 с лишним, да, Саша? Ну, развяжи, пожалуйста. Я тебя снимать не буду. Вот, ты мне взял визитку. Уже звоните. Кошка уже почуяла, да? Рыба ждет здесь. Вот телефон, если что. Остановите вот кадр. А вот, у них все. Очень хорошая рыба, свежая, и судак, и судак я был сазан, карп, карась. Да, вот кто, щука, судачки. Все, да, все. Кто любит рыбу, то, ребят, караси. Кто с Караганды, звоните, у них, по-моему, даже доставка есть, да? Не знаю, по-моему. Ну вот, если что, созвонитесь. Хорошо. Так. Ну да, сомик хороший. Ну, очищенная, так, да? Очищенная уже, теперь живота, все там очищено. Ну все, будем жарить.
Девчатки, сегодня воскресенье, вчера мои были на даче, но я показывала клубнику. А вот, а сегодня дома, потому что варенье варить надо. Жарище на улице. Да, жара сегодня невыносимая. Что, Муся? Мусь, рыбка, да. Ай, рыбка ждет, да, рыбка. Ай, сейчас будем рыбку кушать. Да. Ай, моя красавица. Ай, моя красавица. Ну все, в общем, девчата, выходной день дома. Девчатки, хочу похвастаться. Купила себе вот такой костюмчик. Это туничка. Туничка. Сзади вот такой капюшончик сетчатый. Она удлиненная. Вот. И такие вот штанишки. Сейчас, минутку. И вот такие вот штанишки. Турецкие. Девчатки, турецкая. Турецкий костюмчик. Здесь вот такой вот он как к низу манжетик идет. И что мне понравилось, вот здесь внутри идут вот такие вот трусики. Прямо трусики, как одеваешь, вот. Прям вот так вот идут трусики. Это вот для полных женщин очень-очень даже удобно. Вот они такие широкие. Сверху вот такая туничка. Вот. Вот такой костюмчик, девчатки. Вот. Ну, как одену, покажу. Мне очень понравился. Материал такой. Такой, знаете, как жатка. Такой. Я вот думаю, его даже вот стирать, его не гладить, ничего не надо. На рукавах вот такие вот идут затяжки, подвязочки. Вот. Можно выпустить, можно сборочку сделать. Вот он такой приятный-приятный на ощупь. И вот такой вот капюшончик. Вот такой вот костюмчик приобрела, девочки. Так сказать, надо баловать себя. Раз в месяц покупайте себе какой-нибудь наряд. Потому что мы, девочки, надо себя баловать. Муся, Муся, ну сейчас, сейчас, моя хорошая. Да, прям аж ругается. Девчатки, смотрите, какой красавчик. Сомик. Саша, с головой что будем делать? Голову даже разрезать и жарить. Там без мяса, знаешь, сколько? Да, но я... Ну, как курица же, Костя. Ну, я сама ела, но только этот. Как курица. Как ее. Здесь плавник больше, чем... Ну, плавник тоже надо жарить, да? Конечно. Ну, все. Сейчас вот так вот на стейке. И вперед с лучком. С лучком, Саш? Ну, угу. Ну, вот. Сегодня у нас рыбная вечерина. Все, девчатки. Голову решили пустить на уху. А вот. А тушку посолили на жареху. Вот такие стейки прям. Красота. Красота. А присаливаю соль. Немножко... Господи. Немножко имбиря. А вот. И, в принципе, больше ничего не добавляю. Но есть у меня тмин. Может быть, тмин добавлю. Хотя не хочется портить запах и вкус рыбки. Просто на сковородочку с лучком. В общем, красота. Почистила клубничку. Получилось у меня 4 килограмма ровно.
Вот на 4 килограмма добавила 4 килограмма сахара. Все, сейчас вот я ее засыпала. И так вот аккуратно буду помешивать ее, пока она не даст сок. И потом ставлю на газ. Так, я хотела вам показать, как я замораживаю клубничку. Но в этот раз не буду, покажу на абрикосе. Абрикос, в принципе, то же самое делаю. Вот так вот разбираю по долькам. Это вот, знаете, зимой на пироги. Достаешь баночку, и они уже сладкие, они не потеряют форму. Почему? Потому что я их замораживаю не в таком голом виде, а в сахаре. Так вот, девчат, на глаз. Все, засыпали. И также до полного растворения сахара абрикосы дадут сок. И потом по баночкам раскладываем и этим соком заливаем. Вот. Так же делаю клубнику. Клубнику засыпаю сахаром. Она дает сок, но она, конечно, лучше даст сок, чем абрикосы. Абрикосы такие, знаете, как бы твердоватые. Вот. Какие-то твердые, какие-то не очень. Вот, ну посмотрим. Все. И пусть они стоят. Пусть стоят. Даже в лучшем случае пусть стоят ночь. До полного растворения сахара. Ну все, девчатки, потом покажу, сколько у меня получилось баночек клубники. Все, пусть стоит. Пусть стоит, дает сок. А это кайфует, лежит. А, Муся? Мусёна? А, чё такое? Чё такое? Ай, давай, поворачивайся, даже повернуться не можешь. Да? А, Муся? Везде со мной. Везде со мной. Вот, видите, начинает растворяться потихоньку сахар. Вот так вот. Зашли на кухню, помешали. Зашли на кухню, помешали. Сегодня буду, девчатки, жарить воки. Ай, меньше брызг. А вот поставила вариться варенье. Вот немножко сейчас оно подтает и отключу. Вот, а вот абрикосы. Да что, тут видите уже сок. Вот так вот аккуратненько их. Главное, чтобы не мять. Вот. Чтобы они остались целенькие. Чтобы они остались целенькие. Ну, пусть они стоят. Все, я буду жарить рыбку, девчатки. Буду жарить рыбку. А та сидит. Чё там подбочинилась? А? Чё ты подбочинилась? А, Мусёна? Мусёна? Все, ребятки, приглашали мы насчет балкона. Обсчитали нам. Но сейчас пока дачу закончим и начнем. Потихоньку начнем с балкона. Все дела. Да, Мусёна? Ой, моя красавица. Сегодня жарко у нас. Жарко, девчатки. Ну все. Рыбка просолилась. Буду жарить просто в этом, в муке. И с лучком, девчатки, с лучком. Все, Санька надо кормить. Так, наливаем масло. Так, буду делать в муке. Ой. Буду делать в муке. Так, сейчас мы поставим камеру. Так, у меня есть открытая мука.
Так. Так, так, так. Ну, девчата, неделя была так хорошо, прохладненько. А вот уже как третий, наверное, день. Девчата, ну невозможно. Невозможно. Это просто какой-то кошмар. Так, ну все, нагорелась. Рыбка прям замечательная. Последнюю Санек забрал. Ну, будем знать, что в этот магазин лучше ходить с утра. Виту отправила за сахаром, а он случайно совсем зашел в этот рыбный отдел. Магазинчик. Хороший магазинчик. Всегда свежая рыба. Мы там уже брали как-то... Что мы брали? Помните, я снимала змей голову, по-моему. А, щуку. Щуку мы брали там. Да что там такое, Саш? Стреляют, что ли? Пашуна? Стреляют? Прям как стрельба. Девчат, пусть жарится. А? Машина стреляла? Думала, стрелял кто-то в кого-то. Тебя не видно, Саша. А? Сигарета вон твоя лежит, да? Да. На своем месте. Ну и как тут у тебя происходит дела? Я в Вохе решила пожарить. Можно вот там вот скушать? Маленькую хотя бы. Ну, Саша, это на заморозку. Ну да. Вот, да, да. Сладкие? Санек, абрикосину попробуй. И потом, девчата, вот хорошо вот этот абрикос, он хорошо тем, что он весь вот напитывается вот этим сахаром. И при заморозке он будет, вот потом разморозить и на любой пирог. Вот на любой, вот сверху можно шарлотку делать, сверху так вот выкладывать. В любые пироги, в начинку. Вот. И также клубнику. Вот именно то, что клубника толком не морозится, да, вот чтобы хочется, чтобы целиком. Она превращается, знаете, в такую, как джвятку. И вот абрикос, он тоже, когда при заморозке, почему его не морозят особо? Потому что он превращается в кашу. Вот. А вот если добавить сахар, то вероятность того, что он сохранится, заморозится и будет при разморозке более такой вот иметь свою форму и вкус, причем, конечно же, вероятность этого намного больше. И также клубника, она остается целенькая. Целенькая, девчатки, потому что ягода лишнюю влагу вот эту выпускает в сахар. Вот такие вот дела. У меня тут полным ходом рыбка-рыбка. Рыбка-рыбка. Рыбочка. Так, пусть жарится. Прямо на большом огне сейчас жарит. Так, что у меня здесь? Что у меня тут? О, процесс пошел. Процесс пошел.
Я вот не хочу, чтобы ягоду не понять. Вот такую, как лопатку. Сок. Сок пошел, девчонки. Сейчас вот дам один раз закипеть. И выключу. Красота. Санёк пенку просил. Надо будет пенку ему снять. Любит пенку. Ну, Санёк. Любит пенку. Ну все, пусть жарится. Так, ну что, переворачиваем. Чтобы так перевернули, то немножко убавить надо огонь. Так. И сразу добавляю лук. Лучок. Она запарилась, протомилась именно вот этим запахом лука. Это будет вкусно. Вкусно будет. Все, и накроем. Где-то минутки на... Ну, где-то минутки на 4. Так, здесь у меня все. Сейчас дам закипеть. Как закипит, сразу отключаю. Девчатки, сниму пенку. Саньку. Ну что ж, любит. Любит пенку. Пенку любит. А? Давай, мужчины. Сладкоежки. Ну вот, пойду отнесу ему, чаё пьет, сидит. Отнесу, пойду пеночку своему любимому муженьку. Ну вот смотрите, видите, сиропа сколько. Все, складываем. Так, сейчас возьму ложечку. Раскладываем. По контейнерам, по баночкам.
Наверное, один и будет контейнер у меня. Да, девчонки, один, наверное, будет контейнер. Зимой это будет такая вкусняшка. Сами представьте, да? Свежие абрикосы, их даже просто вот так вот достаете и просто, девчат, просто даже кушаете с чаем. Это просто песня. Песня, девчатки. А детки как любят. И также, девочки, делаю клубнику. Попробуйте. Попробуйте небольшую баночку. Для пробы. Вот. Понравится, понравится. Не понравится, не понравится. Но нам очень нравится. Особенно вот дети приезжают. Вот детям, внукам это вообще за радость. Ну и также выпечку. Все. Все, девчатки. Вот видите, все в соку. И убираю. Зимой откроем, встретимся и посмотрим, что у нас получилось. Ну что, готово? Первая партия пошла. Замечательно. А, с лучком. Обожаю рыбу в любом виде. В любом виде, девчатки. Жареную, пареную, вареную, супы, соленую. Не знаю. Была бы рыба, знаете, у нас тоже, как бы так вот. Не знаю, если бы мы жили где-нибудь в таком регионе, где с рыбой такой напряженки нету. Я бы, наверное, каждый день покупала рыбу и кушала. Потому что вот эту замороженную, перемороженную мы не берем. Вообще не беру. Ну, кроме, конечно, семга, форель, морская рыба. Ну вот. А из морской у нас только семга и форель продается. А вот такая, которая судак, либо... Так, все, ребята, отправляю следующую партию. Либо щука, змей-голова, сом, караси, сазаны. Знаете, как нарвешься. Бывает такую возьмешь, что она воняет тиной. Непонятно, где ее ловили. А вот у них, я даже не знаю, кто им поставляет, откуда эта рыба. Ну, прям очень вкусная. Она не воняет ни тиной, ни всякими какими-то там примесями. Вот. Прям очень вкусная рыба. Так что вот такие вот дела. Девчатки, ребятки. Готовлю ужин. Готовлю воскресный ужин. Там влезет, не влезет последние плавнички. Не влезет, впихнем. Правда же? Не влезет, впихнем. Все. Впихнули. Все, ребят, буду дожаривать. Ну все, девчатки, рыбку я нажарила, абрикосы я на зиму сделала, варенье закипятила. Все, теперь можно ужинать спокойно.
Все, все дела переделаны. И я спокойна, что семья моя сытая и довольная. Готовьте, девчатки, это очень-очень вкусно. Не ленитесь, самое главное. Что вот, перебрала, засыпала, пока готовила, все перемешивала. Также и варенье, пока готовила, жарила рыбку, мариновалась рыбка, я перебрала клубнику. Сварила варенье, пока жарила нашу рыбку, ужин. Вот. И приготовился наш абрикос на зиму в собственном соку. Все, девчатки, всем приятного аппетита. Ну что, ребятки, наверное, буду прощаться с вами. Вот такой получился влог выходного дня. Так, поделилась с вами, немножко время с вами провела с заготовкой. Вот. Всем большое спасибо. Всем большое спасибо за поддержку, за ваши комментарии, мои хорошие. Это ценно. Для меня это очень важно, что мы с вами на одной волне, что мы одинаково думаем. По правильному пути идем, живем, никого не трогаем. Правда же? И никого не слушаем. Живем, как хотим. А вот, главное по совести. Все, мои дорогие, будем кушать. Всем вам здоровечка, добра, тепла в вашем доме, уюта. Все, следующий влог будет, наверное, уже дачный, потому что у нас 4 дня выходных впереди. Все, всем, всех с праздником, с наступающим, всем добра. Целую, пока-пока, увидимся, мои хорошие. Пока-пока.